Вот эту породу, вот что слева, видите, камушек зеленоватого цвета? Вот это плотные гранитные и базальтовые породы, возраст которых 700-800 миллионов лет. То есть, когда рождался Казбек, вот то, что у него было под низом, магма вот это все выбросила. А вот эти породы, которые мы проезжаем, это скалистый хребет, возраст 220-230 миллионов, это остаточные породы океана Тетиса. Они подвержены, ну как сказать, если подержать долго их в воде, они расслаиваются. Ну и подтверждение моим словам, что камней было очень много. Вот вдоль дороги лежит несколько таких камушков. Большинство таких камней легли в основу вот этой дороги, по которой мы сейчас едем. Диаметра 100, сейчас вы увидите такие скалы, которые приняли фантастическую объем, картину. Это все сделал ледник, то есть как терочкой потер, и появилась вот такая красота. Можно хоть в художественные фильмы, хоть фантастические. Ну и вот мы с вами подъехали к месту предположительной гибели Сергея Бодрова. То есть объясняю, дороги, по которой мы ехали, нету, вернее, не было. Пробка здесь была 17 километров, поэтому вся дорога проходила через 4 тоннеля. Теперь они все были забиты ледником, раз выросло одно ущелье, появилась эта насыпь, поэтому в тоннелях...